Паники, включая местных, которые, никого не предупредив, рванули куда-то вверх. Не, голос ресепшена не предупредили, не сказали ничего. Не, на ресепшене голос все-таки. Все нормально, все, оставайтесь. Да, на ресепшене нам сказали, что все хорошо. Не паникуйте. Фух, а сами в это время. Чего-то куда-то бежим. Ты ему скажешь, чтобы он буками шевелил. Местный куда-то ускоряется все время. Но это дорога туда же, в сторону школы. Ну, местные спаслись, слава богу. Чтобы нам сесть. Так, где Андрей? Вон Андрей. Слушай, ты посмотри, какая паника-то на лице, Маша. Короче, бежать, 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 сказали. Эвакуация, как видно, происходит организованно. Сократили путь, да, не обходя пляж. Да. Так, куда? Мы как раз туда летели. А, смотри, туда поехали. Стоп, 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 стоп. Здесь? On the mountain? Короче, суть заключается в том, чтобы забраться на место как можно выше. Какие смелые девчонки с ресепшена. Это типа вот эта гора? This is mountain. Okay. Ухая. Yeah, mountain high. This is great. Huh? This mountain. No, yeah. More here. Oh. You go. Thank you. Panic, panic. We found nothing, but we start just maybe training. You feel you? Huh? Feel yeah. This move? No, I don't know. Everybody feel. No. We back from massage and don't feel him. Короче, горы еще далеко.
Короче, все, Маша, все чувствовали землетрясение, кроме нас. Коллективная эвакуация, мать ее. О, спасательный жилет, это тема. Кстати. Да, сзади, с Дашей идут. Вот короткая дорога в горы. Спокойно, жизнь на острове продолжается. Фух. В общем, наш репортаж мы продолжим чуть-чуть повыше, когда поднимемся.